Она закончила, мы вместе поступали на дизайнера, она закончила на финансы, я закончила на дизайнера. В итоге она работает в маркетинговом отделе, а я работаю дизайнером, между прочим. Вот вопрос, а нафига ты вообще уходила? Закончила бы маркетологом тогда, в Симбате там вроде подобное был курс. Но это не точно, я не знаю, может. Блин, я пустил проход. Да, ты живой путь. Конечно. А ты знаешь, как я тогда пожалела? У меня, короче, был момент, когда я могла спереть мольберт в Шараге, прикинь? Я могла спереть мольберт в Шараге, но я этого не сделала. Знаешь, как я сейчас вот об этом жалею? Я на барахолке была на прошлой неделе, мы закупали, короче, бумагу для... Ты замерзла? А, щекотно. Ну, это не страшно. Я, короче, была на барахолке, мы закупали бумагу, короче, для нашей этой... Для компании. Я думала, короче, как раньше? Ты приезжаешь, ты оптом покупаешь, короче, ватманы, там хреново куча бумаги, короче, разные. Вот, а сейчас там ничего нет. Она же горела, то закрылась, то еще какое-то дерьмо. Капец, там бумаги нету, там мольбертов нету, там, короче, находится ряд с этими, с канцтоварами. Знаешь, что там продается? Там продаются тетрадки, буквари, ручки. Все, там нету ни мольбертов, там ничего нету. Можно забыть про то, что у нас там есть барахолка. Вот, и там была, я нашла ее. Короче, все, нет у нас, короче, такого места, где можно купить под дарман. Кстати, для художников. В магазинах ничего не обсуждает. Вот я хочу говорить, 30 тысяч стоит мольберт. Нет, я на планшет прикрепляю. И на стул. На стулку стула. А что, у тебя планшета нет, что ли? Нет. Где у тебя были? Ты же были дофига планшетов, ты что-то покупали. Для живописи. Как я здесь засунула туда не будет? Как называется? Под подвал или чулан засунула. Да купила же копейки стоит, 1500 тенге. Да, какой 1500 тенге, блин? Мольберт, да, ладно, пойду я по... где... Типа? В общем, пойду, иди. Пробегал котик. И сразу, короче, звезда стрима, мой кот. My cat is superstar of stream. Okay, maybe I will take you my cat and you will... Ну, он прошелся, он здесь как вышел. Все, кот, звезда, я могу, короче, отдыхать. Они смотрят, короче. Они смотрят, короче, мои стримы только из-за котика. И вот отвечаю. Короче, прикол был такой, у меня, короче, кот сидел, ну, точнее, получается, я сидела, рисовала, так, короче, расставила краски везде, все так красиво все стоит. Пошла за водой, значит, для красок. Прихожу, короче, у меня чат вот так, там, наверное, сообщение 50, короче, стоит, и все, короче, смайлики там шлют, там, смеются, что за фигня, короче, мне рассказывают, что пришел кот, короче. А я все присмотрю, короче, краска валяется на полу, ну, все, пипец, короче, перевернул у меня вся, видишь, меня вон там, черный, он на черную банку перевел. Перекинул, точнее. И прикол, короче, дальше я такая смотрю, а чё случилось? Ну, короче, прикинь, зашел на стрим, вот в камеру попал, такой смотрит, краска, хренак лапой, короче, еще одна банка краски, хренак, короче, лапой, и все такие, о, котик, не, 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 не,
это миленько, да. Мне чтобы меня пождите, я не знаю, как мне тебя с ковром делать, мне черный этот. Теперь черный ковер с пятнами с ним. В черных пятнах. Я не знаю, теперь, что делать. Мне же только в химчистку нести из этого козла. Что они миленькие, котик? Покрытие котика, нет. Подпишите меня в группе. If you want to watch on my kitty, you can subscribe on my Twitter or on my Instagram and my kitten here. Да, да. Мяу-мяу. Нужно покрасить ковер весь черный. Действительно. Что такое иметь дома животных? Я, короче, мы, получается, с парнем позавчера заказали себе еду на дом. Вот. Там KFC, получается. Нам, короче, принесли с KFC, там, разумеется, всегда лежит этот... такие пакетики с кетчупом и майонезом. Мы, короче, сидим, открываем, получается. Я, короче, выдавливаю оттуда, короче, кетчуп выдавливаю, а там, короче, он прицепился, кетчуп, вот к полоске дервёшь, короче, пакетик с кетчупом. Маленький, грёбаный, шерстяной волосёнка, короче. Я такая, блин. Я, короче, бабах, короче, мне упала прям в тарелку вместе с его кошачьим волосом. Чё? Paint lover, sorry couldn't help myself. You couldn't help yourself? I can to help yourself. Sorry. Ну, собака напугала, точнее, я напугала собаку, потому что я напугала своего телефона. Все логично. Чем на ресурсы только бежит практически. Чтобы не измазаться. Высыхает. Блин, разговоров-то о животных и фраза «иду на дом» мне послышалось как игуана. Заказать, значит, игуану. Обычное дело заказать игуану. Да, мы каждый день вам эти кушаем. Да, ну тут игуана чуть-чуть в последнее время испортилась, да? Мало их нормально готовят. Ирина, тебе черно-белое дело. I think about this picture, about this drawing, and I think if this picture, if this drawing will be black and white. Just black and white. I think this is not bad. I think about this. If you have idea for color, Ринга, Блэки, что такое вообще? Ты ее погладила? Ты язык показала собаке? Окей. Все, у нас только нет пустой. Кот так на пса смотрит. Да у меня вообще кот, короче,
Блэки, что кричишь? This my cat, and this my dog. Чего ты, морда? Ой, морда. Морда, да, морда. Котик, какой котик. Смотри, что он тебя не поцарапал. Котик. Томс, носик, носик. А теперь ты должна его тоже гладить. Пока он тебя не начнет царапать. Блэки. Хватит кричать. Ты чё как это? Блэки! Что делаешь там? Блэки! Совершенно однозначно кот звезда стрима. Сам хочу быть котиком. Понятно. Ну, у меня кот и понятно дело, что он звезда стрима. Котики нынче в тренде. Котикам еще с незапамятных времен поклонялись. Древние египтяне, так что ладно. Тоже хочет славы. Ой, да котик вообще у меня самый популярный, походу. Я, короче, если вдруг когда-нибудь у меня будет... Так, я смотрю прямо. Если у меня когда-нибудь в жизни будет подписка, я сделаю с ним смайлик. С моим котиком. А вообще, больше котиков можете посмотреть мне на Фейсбуке. Красавец у меня, конечно, котяра. Но такой скотина, вот. Я не знаю, почему его любят мои зрители. Он такой козлина. То краски скидывает, короче, в банки с краской. Прям на пол, на мой ковер светлый. Может, это была плохая идея, кстати, покупать светлый ковер мне. Мне чувствую, что собака еще черная. What are you doing here, Dan? Then I think I will paint of color. This is contour, but after when I finished to draw contour, I will draw in something color. I think this is color red and black. I think about this, but later. But I think really, maybe it's just black and white, or black, white and red. I don't know, I think about this. This is improvisable. Improvisable. Sorry, I'm new. Так. Ну, морду у него... Наглая по виду. Эти точно вообще просто наглые. Наглость. Вот второе счастье. Вот смотрите. Сидит и в наглую. Вот наглость. И облизывает свою жопу. А, that's cool. Thank you. We will just start. For 0 minutes. Four and zero. For minute. А если кот будет лизать себя в неприличном месте, то когда тебе что-то можно? Не знаю. Ну, моему коту все можно. Я потом сделаю глазки, как я обычно делаю. Так, простите меня, пожалуйста. Вот так и будет. She wants to dance like, ooh, I'm
так. Можно сказать импровиз, значение импровизирован. А. We are from Kazakhstan. This is near under Russian. If you don't know about Kazakhstan, please Google it, and you know. Можно сказать? А, да. А ты сейчас чат не читаешь? Вообще нет, у тебя же зрение, что ли, плохое? Зрение тоже. О, слепошары, блин, они тут. Ну я вот красненькая, зелененькая, вижу. А то, что пишет, ничего не видишь? Ну, если присматриваться, конечно. Вот вижу, сори, Анни. Я все голос прокурила. Не хотела бросить курить? Какой же стопор? А? Нет, у тебя голос прокурила жестко. Прям вообще, прям жестко прокурила. Бросай, Юлишна, бросай! Где будет? As you wish. А что ты манишь? А что ты манишь, Мак? Хотя... Если, например, сделаем вот так... Так, теперь поворачивайся ко мне сюда. What everyone doing tonight for Halloween? I'm not celebrate Halloween. Yeah, in Kazakhstan celebrate Halloween, but I think this not a great как будет праздник celebrate такое празднование. Halloween party это типа посвященный Halloween. I not celebrate this. That cat looks like my cat. All people in my stream like my cat. All people. Реально все люди. Чего за бабу? Ренгард! Чё за смайлики у тебя? А, это стандартный смайлик. Все, хватит рукой дергать. Да, у тебя пальцы отгрызет, если будешь сейчас не играть. Ты что, хотела в шутки с тобой играть? Нет, нифига. Тебе удобно, да? Кот! Жирная сегодня. А, я так и знала, что он будет с этими сережками играть.
его любим делать. Крышечка. Где же восторженные крики? А, котик играется! Where is your commentaries about my cat? About my cat. You come to my stream just for my cat. I know, you don't like when I draw. When I draw, you like my cat, I know about this. My cat. Twitch superstar. Вот ты что скажешь или нет? Ой, ай, ай, мы будем суперстар, тебя он видит, смотри. А сейчас смотри, 19 человек, включаю. Холст. Ой, всё. Все, кот забрал Юри себе. Да, кот забрал Юри себе. Коту теперь норм вообще. Кот плохой. Кот жирный живот. Я смотрю, тебе все равно, да? Я его глажу, серьезно. Ну, еще кисточка нужна одна. Кисточка нужна одна. Ну, конечно, ты можешь рассказать, что ты делаешь. Да, правда, что ли? Я послушаю. Я в душе не чухаю, что я рисую вообще. Пойдет? Все. Да какая-то стилизованная спина. Да, что-то в этом роде, типа того. Да ладно. Что-то как-то не это, удивительно как-то. Как так получилось? Потом ты шерсть моего кота найдешь в, в неприличных местах потом. Не надо. В ушах. This is real. Real. Ты же реалистка, ты же маркетолог. Ты же скептестер? Не, ничего не готовила, ничего не будет. Я тебя кормить не буду. Нет у меня ничего поесть. А, нет, вру. Могу покормить тебя бутербродами. Если хочешь. А ты подготовил бабло, чтобы она сосиски в тесте ела, а? Кажется, не вижу, что у меня что-то на киви приходило, ну? Или на PayPal. Что, меня кормить не будут? Ну вот, за деньги будут, за что, чтоб платили. Чё там, Алёшенька, давай, ты приготовил энное количество денег, а? Алёшенька? Если нет, то это... Мы потом за кадром пожрём. То Холст умрёт с голода. Да, то Холст умрёт с голода. Так что это, ему нужно срочно закинуть денег. Холсту. Точнее, для Холста нужно закинуть денег. Hey, From! Hey, how are you? Hey! Good. How are you? Welcome to stream. How long does it take to finish? I don't know. We started at an hour ago. And maybe after 3 hours. Сколько? Ну не знаю. 3, 2, 1. Почему 2? Почему 3? А почему 2? Почему 3? А почему не 4? Только до завтра. Я тебе про то и говорю, так что я не знаю. I don't know. Maybe yesterday.
paid her 6 feet. Ah, what is it? I don't know what is it. What you mean, I don't know. I don't understand what you mean. Вторая такая же? Просто я вот так пишу. Ну все, кисточка, кисточка, по лицу я больше не буду рисоваться. Че, Алешенька, да молчи, что я меня смотрю, а? Все? Бутербродов не будет. Бутербродов не будет, а? Вот так вот. Вот так вот. Да, не будут Лёша нас сегодня не покормит, значит. Он всё потом, если он тебя лежит, значит, тебя кушать кормит. Мой кот, понимаешь? Смекаешь, что мой, я говорю. Мой кот всегда кусает кого-то, даже когда он кого-то облизывает. Он, у него по инерции это происходит. Ох, как хочу спать, Никита, ты не представляешь. Я знаешь, почему с полдня спала? Потому что какой-то молодой человек всю ночь пихался, будил меня. Орал. Ну не орал, просто через снилось, короче. Так ты не... Так ты не подготовилась. Я экспромтом, давай. Ты тоже, я вижу, не подготовился. А, я что-то горело укусил! Не напрягало больше, чем укусить. Я тебе верила, что он тебя укусил, фа, а ты мне не верила. Какой великий котик, он хорошенький, он меня облизывает. Shit, power than you, chest, what is it? I don't understand, well. Ты же заметила то, что ко мне вот в прошлой модели пришла, что ты вот все с айфонами приходишь. А в айфонах дерьмовая камера. Вот сейчас айфон мы не обсираем. А чё так? А чё не обсираем? Потому что ты скоро выберешь для Маркиста, айфоны Самсунга, Кеннеда и Никона. Ну ты же понимаешь, что камера-то на айфоне-то дерьмовая. Понимаешь? Давай, ладно, забудь. На Samsung, между прочим, приятнее селфи делать. Функционал больше. Дерьмовая HTC у тебя. Кто сказал, что HTC хорошая?
Окей, что вы предлагаете мне купить, товарищ художник? Sony Xperia Z5. О, да. Какой желтенький. Ты машину себе тоже так будешь покупать? Красненькая. Ну не делайте меня блондинку-то, собственно. Блин, это волос, да, если они... Дешевле, чем iPhone, стоят топовые телефоны. А ладно, я хотела тебе сказать. Ни к чему не приведали, ни к чему не приведали. Сейчас надо записывать своё мнение. Кот лучше. Body paint of she's foot? Что? What? Видно? Ну ладно, сейчас мы... Так лучше, ладно. Ладно, так лучше. Видимо, знает ток. She wanted to say that your friend is more hot than you. Okay, I'm not pretended for this. Just helping you understand. Between really nice painting, I wish I can paint like that. Oh, thank you very much. This is very cute. В общем, сказали то, что я... менее симпатичная, чем ты. Ему нравится то, что я рисую. Здесь есть девчонки, которые должны против меня порисовать? Ну, стоп, не жирный. Я как-то тоже не очень. Ну, так, то у тебя спина так ничего смотрится. А бывает, что прямо спина, знаешь, вот отсюда, короче, вот такие короче, жировые складки прям. Знаешь, натягивается, вот прям здесь жировая складка. Ах, ты еще вылезла, короче. Ну, ты поняла, о чем я, да? В жировых складок, короче, я буду проверять. It's very nice. Maybe later. This is your fetish? Ты пока хочешь на меня. Полезь, положи обратно. Нельзя ему с кисточками. Ты видишь, он погрыз ее. Нельзя играть ему с кисточками. Женщина, вот что такое? Все коты. Чувствую тебя мальчиком. Нарожала бы себе котяток, сидела бы там. Сильно независимая женщина. Сильно кашка. Видишь, что пока не твоё место. Значит, мне напишу котяточка. What is it? I don't know what is it. Ну, я вообще не особо ценюсь своего творчества, так что... Что за? Товарищи, там красиво, мне их видно. Ну, пишет, да, красиво. Bye for now, and I have a nice day. Goodbye! Thank you for watching. And good day for you, and happy Halloween!
если это мой, что мы можем возвести. Только это ремикс. Ой. Это в ней тоже училась? Get your... О, господи. Get your tits out. Funny, funny little boy. Я так и угораю с этих пацанчиков малолетних. Серьезно. Взрослый так себе. А если ведут, то это значит не взрослый, а учитель. Шикарно, что ли? Чуть рука дергается тогда. Рука! Здесь мышцы, мышцы в ней. Я вон там, короче, шумится. Ай, лол. Да, по накатной давай. Подожди, я тебя сама пойду. I rent a room in the house, listen baby girl. I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen baby girl, once you get a dose of dough, you gon' want some more. So listen baby girl, when you make it, I want you there. I want you there, yeah. По-моему, вообще пофигу. Он ценитель. Блин, ценитель ничего. Он ценитель по жизни.
Так, Лёшенька, ты ушел, нет? У нас был плов и голубцы довезли. Take a listen, you won't regret it. Так, написал. Проще ставить песню. А, Arctic Monkey. I can't take on this playlist, in this playlist this sound, because I will draw and I will. Нет, мама, твои тапочки лежат наверху. Нет, мама, я просто уборку делала. Очень приятно. А чё ты хотела? Ты чё, на неприятности нарываешься, да? Джо, где мой пистолет? Блин, да пишет, не хочу ничего отвечать. Не могу ничего отвечать, не могу ничего отвечать. So many times before. Посмотри. Задал свечу. This love has taken. Копят отсвечивает жестко. Точнее, засвечивает. Холст хочет в туалет. Холст сейчас идет по своим нуждам. Что Холст скажет по этому поводу? Нога затекла. My model goes to do something. We'll wait in my model. Love. Oh, thank you. If you love my picture, if you love body art, if you love... Хорошо, мам. If you love... Как будет искусство на английском? You can support me, subscribe on my Twitch, subscribe on my YouTube, Instagram. If you want to donate me, I will buy on this money some many of paint. Many of paints I will buy on this money. And a lot of paint. Tomorrow I will draw one champion of League of Legends. His name is Trash. This is position support. Art to be? Ah, искусство арт. Ёлки. Right. Что ты? Я предлагаю, может, поговорить? Я предлагаю, да? Да? Где твои? Может, что-нибудь предлагаете? Конечно же нет! Здесь же комната из четырех стен, стоящая без звука. Все, ладно. Ладно, женщина, я без знакома. Ну, в окно даже открыто. Ты не поставишь?
ничего не будет. Я не умею вырезать видосы. Нашу жопу видно. Мама, ты куда? Тут видно наши жопы. Бери свою жопу. Все, не даже. Я запаян за это. Ну, давай. Что-то она. Это. Ты что, ты наверх в одежду потом сунь? Надо. Собаку запустили. Адского пса. This dog of evil. Иди сюда. This is my dog. His name is Blakey. She 10 years. She's my granny. Старушка такая. Дай лапу. Дай вторую лапу. Дай лапу. Дай лапу. Нормально, дай. Блэки. Стесняется. Not puppy. This is Granny. This is old dog. She's 10 years. Okay, I will draw on my dog. Ты должна... Окей, толстую сесть некуда. Блэк, ну что, давай, иди. Иди давай. Блэк, давай. Сразу лечу. Ой, будь здоров. Anyone in smoke. Так, куда это? Да, я сейчас же это пустим. Блин, засвечивать все, я не знаю, что делать. Белый свет капец засвечивает. Так, наверное, будет лучше. I think it is better. Records for Rome. На жопу пришли посмотреть, не говори мне. Привет. Чем только не занимается режим креатив, ну да. Почему бы и нет? Почему бы не порисовать? Почему не покреативить? Тебе не нравится, когда рисуют на девушках? По-моему, это прикольно. Не только прикольно, но еще и красиво. Даже красиво рисовать, конечно. А чем еще, по-твоему, заниматься нужно в разделе креатив? Так что садись, расслабляйся, смотри, как люди рисуют. В фотошопе, рисуют на холстах. Завтра буду рисовать на бумаге, кстати. Каждую субботу рисую на девочка. А в субботу я... Девочки. She's going to be going to... Хотя, не хочешь эту духу делать? Я не буду тебе тату делать, но я могу тебе нарисовать эскиз. If you want.
If you want, I will draw your sketch cartoon. If you want. So. Что-то почти. Ну, а почему нет? Окей, ты уже знаешь, что это такое, ну дальше. Все? Дальше. Прикольно получается, спасибо большое. Отлично, спасибо, ребят, потому что мы... Да, она все хочет узнать, что там ей наш спиной и камере сидит. Oh, well, I have a picture she might like. Очень красиво, прям с баскетным знаком пишет. Прям вот спасибо большое. Тоже песня старая, кстати. Угу, Sting. По-моему. Да-да-да, это Sting. I love Sting. I love all Sting. I not like Sting in right now. This art nothing bad. Пишется, что этот арт не очень... Так же плохо. Я не знала, что мне не нравится. Просто я прыгала по трансляциям, там девушки только не занимаются. Кто шьет, кто-то рисует, кто-то даже косплеем занимается, кто-то... Я же не видела, что боди-арт. Я, короче, один раз зашла... Кстати, меня почему вдохновило порисовать боди-арт. Я давно занимаюсь этой темой, занимаюсь боди-артом уже... Кстати, в этом году будет 7 лет, как я занимаюсь. Ой, 8 лет в этом году будет, как я занимаюсь. Капец. Вот. И вдохновила, короче, сидят девчонки, короче, фигнёй страдают. Просто себя на лице какую-то фигню нарисовали, намазали. Вот. И такие довольные сидят, блин, с какой-то фигнёй на роже, там какие-то очки пририсовали. Такая, слушай, я же могу рисовать, в принципе, нормальные картины на человеке. То есть, как бы, ну, почему нет? Вот решила попробовать, это мой второй стрим. Первый стрим я стартовала, рисовала на фотомодели. Ха! I don't understand. Yeah, you don't understand because my English not good. Я такая, почему бы нет, почему не рисовать? Я же могу лучше, как бы. Ну, я не говорю, что я прям вообще прям идеально, но 7 лет, как бы, дают о себе знать, да? Почему бы и не порисовать? И показать народу, что боди-арт на самом деле это не только голые сиськи да письки, а это реально, это действительно искусство. Искусство рисования на теле. Сиськи прикрыты. А ты хотела показать их? А, цензуры нет. Oh, no boobs! Sorry, no boobs! I need subtitles. Я бы еще красного добавила, чтобы типа крови или мышцы наружу. Я буду красным добавлять, так сказать, капец угадал мою мысль. Это... Да, классика, действительно. Модель зовут... Та... О, господи, Таня. Все, меня в прошлом году Таня звали. Я же все. Ну, это моя бывшая однокурсница, ее зовут Юля. Мы вместе учились, потом она нас кинула. Ушла в другой, короче, колледж учиться. Как тебе не стыдно, вообще, женщина. Холст рисует. Холст дома сидит, рисует. Крестиком вышивать, что сейчас делать. Тексты, по-моему, слышно. По идее, должно быть. Ты погромче говорила? She got a cute neck. О, у тебя красивая шея. Thank you very much, she asked me to say. Говори погромче, что ты? Я же не тихо говорю, вроде, да и не гро, и не ору. Я тоже не вижу, не поверишь. My model very... как сказать? Как слово называется? Стесняется. Guys, if you have a question on English, you can
write on the message in chat, and my so good moderator translate me and this question, if I can't to understand, and translate me my and my answer on English, if I can't to ask you on English, answer on English. My moderator is professional translator. He know English, Russian, Italian. О, какой ты знаешь? Когда я что я холодно, то надо то ли двигать. Нет, я не холодно. Тебе не холодно? Я не холодно. Все, парень дергается. She's dancing. Она же потанцевала, я не холодная, она ее сейчас в горячке не трясет. Все нормально. А, блин, я косичка. Где же черная? И здесь, блин, я капец косичная. Кто такие Тима? Окей. Тима это чемпион Лиги Легенд. Я играю в League of Legends. И там есть, короче, такой чемпион. Его зовут Тима. Он меня очень сильно бесит. Этот чемпион. Ок. Meet us. It's beautiful body painting. Oh, thank you very much. My model is very happy. After these messages. Так, ты чё, кстати, вот, короче, на выбор, Алёша, голубцы или плов? Короче, ладно, выбора нету. Голубцы, мы будем есть прямую трансляцию голубцы. Это будет стоить 500 рублей. Половинка голубца. Что-то рублей полголубца, давай. А модель очень голодная. Hello, hi, stop, how are you? Welcome to stream. And enjoy your watch. Кстати, может, ты повернешься так, что... Не повернешься, а руку вот так сделаешь, чтобы видно. Пойду. Видно. Ну, просто я хочу, чтобы люди тоже смотрели. И... Нет. Go with you. Короче, вот. В общем, пол голубца 500 рублей. Она очень голодная, эта женщина. Женщина хочет кушать. Ты сколько съешь голубцов? Кстати. Один? Неправильно. Не один... Если скажи 10, они тебе заплатят, то мы тебе 10 голубцов. Ну что-то один скромненько тогда. Три голубца. Она хочет съесть голубцы. Три штука. Так, ребята, давайте. 500 рублей пол голубца. Sorry for ban, because my bot is very angry. Вот, ребята, почти после гамбургеров пришли. Модель не ест гамбургеры, но вы сделали. Я ем гамбургеры. Ты обо мне подумала? Я же тоже человек. Я бы гамбургеры не сказала. Я люблю такую тему. Я люблю пиндозовские гамбургеры. Потому что они очень вкусненькие. Тут была кисточка. Вот она. А вот сейчас когда кто-то, ты уверена? Смотри, чтобы он за тобой не присматривал вторым глазом своим.
Мама же, наверное, не топит. Но... Он не идет. Я думала, он знакома. Нарисовала бы Анивию на всю спину. Было бы прикольно. А, чемпион из игры. Анивию нет. Я не люблю Анивию. Я не люблю птиц вообще. Твоя подруга очень сексуально выглядит сзади. Сколько ты заплатила, чтобы рисовать на ней? Ты не поверишь. My friend work for food. If you want donate for food to her, she will be very happy. Как Лего стримить или просто... Так фиг то, да не говори. Да не говори вообще, блин. Тебя просят, чтобы ты показалась на камеру лицом. Я с другой стороны. Камера вот тут. Hello, hello! My model is so, so beautiful. She has a... Sexy back, spin, как правильно сказать, spin. She has a beautiful.
Ну, в смысле, это что можно найти более выгодный, наверное, ракурс. А, да нет, кстати, ну как по-твоему, Макс? У меня не могу у меня рук нету. У меня руки все в краске. Я даже не могу проверить. Ребят, если кто-нибудь скидывает что-то на кошелек, на Киви или на PayPal, просьба, напишите, пожалуйста, ваш ник. Я запишу его в свой донат-лист. Потому что у меня вот сейчас руки реально все в краске, и, во-вторых, у меня нет времени это сделать. Ну и нет возможности подключить компьютер и проверять. Напиши просто, Макс, об этом. Чем ближе к нулю, тем меньше народа. Минуту начала. Они пока там раскочегарятся, пока там начнется, блин, все это. Неизвестно вообще, кто будет. Ну и во-вторых, вы же можете этот... Можете не рассказывать, что там происходит. Я думаю, это было бы круто. Я могу включить на втором мониторе, в принципе. Не знаю, не знаю. По макияжу есть бабодярка. Понимаешь, по бабодярке за себя не занимается нормально. Есть, которые там на Хэллоуин светят. По гримеру. У нас нет соревнований по бабодярке. В России есть, просто. А для российского я еще не готова. А в основном все выходные. Рисуют. С респираторами. Ой, не респираторами. Аэрографами, короче, рисуют. У меня, я не умею аэрографы рисовать. Я умею только на теле рисовать с кисточками, губками, еще чем-нибудь. Ну, то есть, но не аэрографы. Мама, знаешь, что началось для рисования? Когда начала рисовать бояр. Короче, сидели, короче, с этой... С Яной Варнавской, с Леркой, короче, сидели на паре. Когда мне, короче, я порисуйте на руке. Она такая, ну ладно. И я сидела у нее на руке, я, короче, всю руку ей от кисти до локтя. Ой, да, до плеча изрисовала, короче. Я говорю, ну все клево. Ручкой белевой, черной. Да, рукав нарисовала. Потом получается такая, ну, ладно, окей. О, даже началось, но сейчас пока раскачается, это вообще еще час идет, пока они там начнут бить. Просто на втором мониторе поставлю, будешь смотреть. И буду вообще начать отвечать тогда. Так что, наверное, я подожду. Пока я нарисую. Пока, кстати, включится на русском языке трансляция, там 100 лет пройдет. Riotgames.ru. Нет, мне на русском языке. Заметно быстрее начала рисовать. Потому что я сам умел на чем приделать уже. Не более крупные фигуры, а на плече были менее крупные фигуры. Whatever is that kindred is fine the ground. This kindred I will draw on the last month. Kindred. Oh no. In this month I will draw kindred. I will draw. I was draw. I will draw. Когда за спиной стоят, капец напрягает. А когда вот так вот... Оп, сразу минус 20 человек. Я жду, когда, короче, прыгнет на стол и свернет камеру. I love Kindred too. This is great champion. I think this really good champion. Same as Kalista. I think this... Mechanic. Same Kalista.
То есть, наверное, не понимаю, знаете, что происходит? Ну, все, это из игры, короче, чемпионы. Я тебе там играю в Clash of Clans. Да. Я видела игра. Нет, Clash of Clans на телефоне. А это... А это на компе, короче, игра онлайновая. Ну, если тебе вдаваться в подробности, ну, думаю, ты не особо заинтересован в том, чтобы я тебе вдавался в подробности. Ну, короче, знаешь, что такое Dota? Что типа того? Ну, не новая. Сколько уже? 5 лет? Ну, грубо говоря, да. Сначала такую дурацкую штуку эту. Даже не механизирую. Да, там другая штука. Не напрягается. А еще мне просто ложь жестко. Yeah, tomorrow we will draw trash. Кому... Какой Доте 5 лет? Лиги легенд 5 лет, лол. Какой Доте? Доте первый там хреново тучи лет. Совсем наркоманушка, что ли? Вы же с Лигу легенд обсуждали же, ну. Ладно. Лига легенд существует 5 лет. Вот сейчас конец 5 сезона. А, погоди. Начало 5 сезона, погоди. Я забыла, какой сезон. 4-й. А, значит, 4 года. Вот 5-й вот начнется. Уже конец 4 сезона. Лиги 6 лет. Я, короче, не помню. Почему? Сейчас какой сезон идет? 4 или 5 заканчивается? Значит, 5 сезон. Значит, 4 закон. Погоди, значит, 5 сезон начинается. Ой, господи, заканчивается. Я не помню, короче, блин. Короче, это не так важно. Ну, у нас тут просто уже обсуждение в чатике. Кстати, мне тоже. Ну, там по игре. Что-нибудь поймешь? Шестой сезон начнется. А, шестой сезон начнется. В 2009 году лихо вышло. Искусство славное, да? Что делать? Гребаное. Искусство, искусство требует. А взамен, блин. А взамен ничего. Взамен просто у тебя расшатанные нервы. Ты бухаешь неделю. Вот что стоит искусство. А будто обычные нормальные люди, как будто они не странные, так они еще страннее, чем творческие люди. Была анонсирована 7 октября 2008 года, выпущена 7 октября 2009 года. Ну все хорошо. Все. Я просто не помню, что это было. Ну, если ты так спрашиваешь, то можешь этот
кого-нибудь себе красть в обед. Да, начнем вам одежду заворовать. На камеру прикольно смотрится. Выдержать. Чего стоило? Тяжело выдержать бету стоило. А, ну да. А как мне разблокировать-то? Нашла. Ненавижу айфоны. Не, я вообще не пока. Руку опусти. А что-то вспышки здесь не существует, что ли? Она выключена. Ты сколько лет? Ты сколько лет играешь? Либо легенд, что ты даже бету знаешь. Прикольно, и все, что ты можешь сказать, прикольно. Скинь мне ВКонтакте. ВКонтакте скинь мне. Может, в Инстаграм запилить, я не против. Я даже довольно-таки очень за только с хэштегами. Давай, короче, пили уже, пост, ты у тебя трансформируешься, давай. Нет, скажи ему в процессе. Давай, in процесс. Все дела. ВКонтакте это что? Убегай спорт, полюбишься. Рисовальщика мой иду работы, значит. Нет, закинь сюда фотографию, а потом уже засовывай в Инстаграм. Смотри, что это происходит. Кто такая? Нет, кто такая? Не помню, я фотку покажу. То, что тогда ты знаешь, мов, классика. Это от тебя с Вовой по пути, кстати. Да. Не помню я ее, что должна ее помнить? Она, по-моему, да не помню я ее. Ой, что? У тебя тоже не помню. Чего должна ее помнить? Я сейчас не общалась, что я ее видела. Это меня все помнят с неволосой бабищу, которая бегала. Ко мне подходит какой-то чувак, слушай, ты в самаде не училась? Я говорю, да, училась. А, ну я тебя помню, я говорю, молодец. Я говорю, ты меня не помнишь? Я говорю, нет, я вон там с кого-то там этого, я говорю, нет. Я говорю, я тебя помню, у тебя волосы красные. Знаешь, что можно теперь вот так вставить? В Инстаграме. Прикольно, да? Это мне очень нравится. Нет, сейчас нет. Когда будешь... Как хочешь, да? Да, вот так. Макс, скинь мне, пожалуйста, ссылку на StarLadder. Я тебя моля. Ну, я знаю, что не будет смотреться плохо, но я, видишь, я не могу себя критиковать, потому что, ну, я не особо любитель самой критики. Для меня я все равно адекватный в смысле самокритики. Я все равно буду говорить, что не очень. Ой, давай без эффектов, я тебя умоляю.
А давай разберемся сначала. О, Господи. Подожди, это же все большой процесс. Память у Лизы не самая сильная сторона. А кто сказал, что у меня она сильная сторона? У меня сильная сторона, и у меня сильных сторон. Я вообще, у меня курица лапа. Что я сказала вообще? И с логикой не очень сильно дружу. Так. Погоди, это что ты мне скинул? Это же не из Starladder. Или не на каком-то другом этом. Моделька. Я сегодня моделька. Значит, Кавинсу. Еще 17 минут до начала. Всем привет, что ли? Привет, Андрейка. Как дела? Welcome. Приехали, здрасте. Как меня зовут? Нифига себе. Ты назвалась упоротая лиса? Не лиса, а лиса. Ну, лиса упоротая. А, теперь там собой пришли, да? Ладно, окей. Это, слышь, если, короче, кто-нибудь захочет, прям вообще жутко, чтобы я порисовала мне. Скажи за бабки. Да, да, если что, короче, я потом тебе, если от тебя будут приходить, то я буду потом процент скидывать. Нормально, да, бизнес? Пиши fashion made, model, body art, black and white, ну что-нибудь такое. Fashion напиши, draw, picture, что там еще, art. Что, за живопись какой-то стиль а-ля амазонка? Не знаю даже, как назвать стиль. Может быть, не наркоманский приход. Уже рано. Что? Штука монохрома, что такое? Black and white. Ну, напиши арт. А, что там еще у нас? Джо написала? Art picture. На русском или на русском языке? Так, из всего я понял только боди-арт, но это не важно. Действительно. Зачем цветочек? А, Forever 21? А, ты забыл, как будет холст на английском? Напиши просто хэштег, я сегодня холст. Сейчас я кисточку найду, ты знаешь смайлик? Понятия не имею, я там смайликами вообще не пользуюсь. Да и не нужны они. Мне, по крайней мере. Грустная без смайлика. Никогда смайлика не ставлю. Что-то бестолковое, нафиг они мне не нужны. Лайк этот
подписчиков у тебя. Знаешь так? Канвас. А где твоя публикация-то? Уже один человек подписался? Has been online 2 часа, хотя вижу, что-то в твоем творчестве есть упоротое. Должно что-то быть упоротое, не просто так упоротое леса. Короче, вот знаешь, что сделаем? Сейчас немножко пересядем, точнее переедем. Предлагаю сейчас с тобой пойти покурить. Угу. Мы откроем здесь комнату, как раз тут проветрится. У холста жопа здесь. Так. Мы пошли, сейчас придем. Вы... Напиши, Макс, что я приду через 5 минут. Да. Ты не загорнешь? Нет, ты знаешь, я наоборот хотела, может, у меня вот так.
Так вроде легче. Все наши зрители ушли смотреть чемпионат мира по одной игре. Ну и плюс на дне было 5 минут. Сейчас сколько-то набрали лайков. Вот засранцы, ну-ка комментарии быстро пишите. Я им, короче, мысль такую посылаю. Да. Финал начинается! А, черт, я не посмотрю по ходу начала финала. Так, ребята, ну-ка напишите, пожалуйста, в комментариях, кто сегодня, ну, точнее, чемпионат, я не знаю, кстати, кто прошел финал. По-моему, СКТшники прошли, насколько я помню. И какая-то корейская команда, которая дернула фанатиком, да? Да, все мои модели, которых я буду рисовать, я так вангую, что никто из них не выйдет играть в Лигу Легенд. Ну или вообще какие-нибудь игры, я так предполагаю, что они тут. Модели не играют в игры, модели такие жесткие люди. Им даже некогда играть. СКТ! А, вот, про Ку Тайгерс. Да-да-да, я видела, как Тайгерсы вздрючили, короче, попешник этому. А там Best of 5, надеюсь, будет, что я, походу, не успею, но я где-то примерно через час, максимум полтора дорисую. Одна игра у них будет длиться в среднем, я так предполагаю. Ну, как, я надеюсь, по крайней мере, на это, то, что они будут играть примерно хотя бы минут 50. Нет, Best of 5, по-моему, будет. Best of 5 же, ну? Best of 5, Макс, ты меня напутаешь. По-моему, все-таки Best of 5. Чемпионат мира, они же не будут делать там внутри игры. Правильно? Они же будут делать на игр минимум 5. Тайгеров, скорее всего. Кстати, вот ХЗ, кстати. Вот ХЗ. Потому что СКТшники тоже проигрывали. И тоже они насасывали. Против Флотнайна, как СКТшники, помните? Они играли, капец. Они сосали ничего так. Ну, короче, я не знаю, за кого болеть. За СКТшников раньше болел, но с другой стороны, Тайгерсы капец показали очень. Ну, у них были показательные игры очень крутые. Если они фнатиков, чемпионов мира сделали, то я, конечно, ХЗ. Поэтому, ну, я не знаю, я даже никого, на кого ставку буду делать. Ну, давайте, может, кто-то... Если бегали писать, это скамейка, то скоты и привезли. Фнатики тоже же были чемпионами мира, кто рассказал. Пожалуйста, вообще, я вам сделала чай на свой вкус. Полторы ложечки сахара. Нормально? Можно. Это единственное за разрешение допинга, которое есть. И то, может быть, пол чайной ложечки
больше будет в сутки, да, или в неделю там. Капец, быть моделью, на самом деле, это такой адский труд. Will you paint full body or just shoulder part? Ладно, Лиса, я предатель, ты уходишь? Вот ты предатель. Мне что, два монитора купить? Нормальный человек смотрит два стрима одновременно. Предатель. Нет, иди мониторы покупай, ничего не знаю. Не идешь, пока два монитора не купишь. Это игры, это игры. Мы все про игры, все про игры. Вы хоть пишите мне в чате, пожалуйста, если даже не будете смотреть меня. Выключите там звук, поставьте, пожалуйста, ну, оставьте мне вкладки. Пишите, что там происходит, пожалуйста, это очень интересно для меня. Пожалуйста, ребята, я вас умоляю. Как-то комментируйте, кто ФБ поставил. Плейски, я очень прошу вас. И тишина. И все, все убежали. Да не говорили, ну сорян бы, у меня график, независимо от того. Что сейчас происходит в мире, кто сейчас играет? Экспортируем? Я прям сразу Да, конечно, там все подвязано с собой. Я могу вообще напрямую на ютубе стримить, кстати. Но там гемы расколько. Может, ты будешь напрямую на ютубе стримить, на определенная музыка, чтобы была. То есть только еще на ютубе. Там я целый список, короче, огромной музыки. Сидишь, выбираешь себе, какую ты будешь слушать. Надо картинку развернуть, тогда все чемпионы сюда прибегут. Кстати, да! Так, Юля, ну-ка посиди тут немножко, я тут кое-что хочу сделать, заодно, может быть, буду смотреть. Если получится, конечно. Мне смотреть. Так. Блин, я только хочу посмотреть чемпионат мира. А, что делать? Мне по-другому сделать. Где-то я скидывал ссылку с российским. Гранд-финал чемпионата мира. Так, начинается. Сейчас, знаете, что сделаем? Так, стоим. Так, вот моя игра, и это очевидно. How long you has take all this to do much? I don't know, 2 hours. Так. Смотришь свою эту штуку. А что ты? Ну я как бы, я буду спиной сидеть к ней.
Ну давай, садись обратно, так. Не-не-не, садись ко мне, вот так. Да, да, ок. Так, вот. Вот теперь, окей. Maybe more? I don't know. I draw, and that's all. I draw. If somebody want to... if somebody watch Sentiment of Sheep, I do this icon for... What's this? For the... My English not so good. Sorry. If you don't understand me, I'm so sorry. But I'm trying and I'm learn English. I try to speak on English. My model don't play in games, anything games, and she's not interested to watch. Я должна лучше, я сделаю лучше кое-что. Я сделаю кое-что лучше. Чтобы я не видела, по крайней мере, как слышала. Их оппоненты в этом матче. Команда из Южной Кореи, представляющая LCK. SK Telecom T1. Hey, Manis, how are you? Welcome to stream. If you watch League of Legends, you can enjoy the championship. Лесник команды Бенги. Мидлейнер команды Фейкер. Фейкер, серьезно, Фейкер. Короче, Фейкер это один из самых крутых, ну, короче, овер 9 косарей за дрот. Ну, в мире считается, он один из самых сильных мидеров в мире. Ну, короче, людей, которые играют в эту игру. Стрелок. Ему платят примерно миллион в год долларов. Что-что, да. Мне нравится. Я тебе про что и говорю, не туда мы пошли с тобой учиться. Понимаешь, не тем мы с тобой занимаемся. Надо было идти в профессиональный, пока вы молодые. Знаешь, я вот смотрю, сколько получают наши футболисты, игрок поддержки. Да, причем, знаешь, ты выбираешь финал намного лучше, чем наши футболисты, мне кажется. Да, я думаю, у меня плохо получалось. У меня собака играет в футбол лучше, чем наши футболисты. Это абсолютно бесплатно. Что пишешь? Чем пишешь? Суки. Пишите мне. У меня Инстаграма даже на телефоне нет, мне где-то телефона, чтобы прочекать. Знаешь, у меня, короче, есть эмулятор Инстаграма, я себя на комп, короче, загрузила. Как нищеброд, короче, какой-то последний. Тренер команды SK Telecom T1, Кома.
Ну, открывается, но это неинтересно, там не высветится оповещение. Еще раз, друзья, это команда СК Телеком Т1. И это участники финала чемпионата мира 2015 года. Это крыса 2015 года, я убею. Куда время летит? Так-то нам скоро 25, четверть лет. Да, мне быстрее, чем тебе. Я быстрее, чем ты состаришь. На пару месяцев. Чё, ты гордишься этим, да? Да. Это видно. У меня парню 23. Карл, ты понимаешь, да? Парню 23. В принципе, ну, лучше никакого, чем твоего. Не, ну, он тут мой тоже не любит нигде особо шариться, но я сама разлюбила, видишь? Учитывая, если мне было бы, как ему 23, да, мои 23 года, уху, капец, я зажигала. Везде, во всяких клубах, отношения, топку. Вот, видишь, я перебесилась, поэтому мне намного легче сидеть дома, потому что мне не хочется. А я реально перетусила в своё время. Нет, знаешь, как энергетизер вокруг прыгает. И теперь, друзья, передаем слово нашим комментаторам. Стоять. Я люблю сесть, посидеть, посмотреть сериальчик. Мне парень тоже. Поиграть. Как и всегда, привет тебе, Атер. Нет, я не смотрю телевизор. У меня мама теперь, я купила, короче, маме плазму. Короче, подключила к ней комп, подключила кабельное телевидение, мама мне теперь смотрит телевизор, всякие сериалы в онлайне. Многие говорили, что Корея заслуживала в гранд-финале два места, но сетка не складывалась, факторы были разные, и теперь Корея представила в гранд-финале две своих самых сильных команды в этом году. Хаос, прикольный сериал. Красивая церемония открытия, и тоже... Ну, это естественно. Показал, что он умеет не только в игре, но и вне игры вытворять разные Z-вещи, это просто вот типичный Z от Faker был. Так, сейчас я должна выпрямиться. Дань уважения просто китайской просцене, которая на этот раз не попала в финал чемпионата мира. Да, вот так поднимем. Демонстрирует кунг-фу. Кунг-фу, да, да. Ну и, конечно, команда СКТ явный фаворит всего этого действия, явный фаворит вообще всего турнира с самого начала. Были у них противники по предсказаниям аналитиков, потом эти предсказания аналитиков не сбылись насчет всех абсолютно команд, кроме команды СКТ. Они продолжают доминировать, они выглядят очень солидно, ну и мы все надеемся, на самом деле, это первый раз, наверное, в моей жизни, когда я буду болеть против команды СКТ. Ты мне даже можешь не смотреть. Я буду болеть за интригу. В принципе, противостояние безумно интересное. Две команды, у которых плейстайл абсолютно разный. При этом СКТ и С1 представляют собой такой очень классный. Это еще тот специально лазер, чтобы команда крошилась. Команда, которая любит... Да, если ты рисуешь толстым слоем, да, на коже? Которая любит постоянно драться. Да, я тебя тонким слоем. Hola, nice painting body. Hey, thank you very much. Enjoy. Welcome to stream. Для того, чтобы разобраться, что у нас будет... Enjoy the art. Какие линии у команд сильны и как в целом работают стратегии обеих команд, мы передадим слово обратно нашим экспертам, чтобы они во всем разобрались. Это у меня, короче, модель когда была, я рисовала профессиональной прям краской, прям реально профессиональной краской. Капец, мы смывали долго, она же на масляной основе. Она не смывается. В смысле, она не сохнет, что-то масло. Нельзя не упомянуть тот самый кувырок, который, наверное, долго планировали для того, чтобы показать зрителям, чтобы весь зал аплодировал. Мне интересно, вот как они это делают, потом фоткают, ты же все равно приглашаешься. Чем в среднем за один матч делает каждый игрок. Многие думают, на самом деле, что Факер занимался полчемпионом. Потом это все ретушируется. Год просто готовился к этому в
важному моменту. Это, знаешь, конечно, такой чек-лист. Так, ребята, нам нужно придумать, чем удивить на церемонии открытия в этом году. Допустим, чтобы сделать одну фотографию, да, профессиональную? Нет, кувырок Бейкер. С этой краской? Просто 10 из 10 На миллиметре от нее, вот реально в миллиметре от кадра стоит... Или он кувырком повредился? Господи. Боди-артер, кто рисует. И реально там она сделала движение, там смазалась, она подбегает, дорисовывает, да. Тренировался целый год. О чем? Потом, короче, опять движение сделала, опять смазалась, она опять подбегает, дорисовывает. Это очень тяжелая работа, на самом деле. Нам показывают команду Кудагерс и Михайлайн лучшим. Ничего не получится. Каким лаком? Я тоже думала. Я тоже думала, короче. Покрою лаком для волос, короче, нифига. А потом она кожу стягивает и начинает... Капец там. Жжение, звук, это же гипоаллергенная краска. А если ты сверху лаком нахренащишь, короче? Я же проверяла. То это все, это, короче, ад. Начинает модель чесаться, начинает у нее там этот, уберите это немедленно, смойте, короче, вся работа под хвост. Я уже проверяла же, я же нет, ты еще думаешь. Я тоже думала, как сделать так, чтобы масляную краску невозможно было смыть. Никак. В смысле, невозможно было размазать никак, не знаю ни одного. Вся стратегия построена на том, что они, как и говорилось ранее, они пытаются в одном месте оказаться в большем количестве. Я же еще знаю, для Кариллы надо. Теперь он будет чесаться, будет старать, будет все равно насмазать, потому что там же толстый слой. Оказаться на верхнем месте на карте. И поэтому для Гориллы это будет очень приоритетно, так как. Не знаю, я пока не знаю ни одного существующего способа. Можно делать так, чтобы. Больше всего стоит со своей Мадокири на лейне, они пытаются отформиться, отстоять свой лейн, потом уже... Придумай, будет круто, я тебе нафигачу пешку. Но Рио не такой саппорт. Тут возможно связано с тем, что... Она так хотела, слушай, блин, она стирается, говорю, ну вообще, да. Может, так обнижала, как хотела, типа, да, пойти. Послушайте, говорю.
Хоть как-то посмотреть. Возможно. Для меня это же очень неважно. Это же чемпионат мира по лолу. Ну ты чё, лол? Корея не любит. Эх, мужчина, тех, кто мужчина. Не выигрывает. Из-за невнятного выступления на ИЭМ, где вступили Кутагерс в команде WWE из Китая, в Корее их не взлюбили. Тебе уже давно пора одну стену. Ну, хотелось бы, чтобы зал так же скандировал их. Какими обозначениями? Их название команды и поддерживал их, например, делали в других регионах с командой финальной. Да шо, мое все. Я же дизайнер, не забывай, что я могу себе белый фон и в фотошопе сделать. Кутагерс могут стать командой, которая не даст СКТ получить. А твоя подруга во что играет? Моя подруга не играет вообще в игры. Моя подруга это просто... Она просто маркетолог, она не играет в игры. Это я вон играю во всякие игры. А она нет. Пусть СКТ и поднимут кубок над своей головой, но их КДА будет разрушено, и на самом деле все, что вообще есть на базе, их будет разрушено, и они будут... А по какому патчу играют чемпионат мира, интересно, кто знает? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мы просто посчитаем. В комментариях, какие комментарии еще нафиг? Не... Это что тут такое? Вот что у нас тут? Hey, Manis! Hello! Welcome to stream! Что у нас тут такое? Это у нас тут боди-арт подъехал. Наконец-то боди-арт на креативе. Очень редко вижу на креативе боди-арт. И вот решила тут по-боди-артить немножко. Можно, да? Так же хорошо и поддерживать позитивную атмосферу, то они более чем могут играть из КТ. И сейчас, в принципе, это, конечно, будет неожиданный результат. Но при всем при этом... Так, надеюсь, вы ко мне не за конфетами придете. 5.19? 5.19? А сейчас как? 5.19? Нифига себе, это что за патч? Это на каком-то историческом вообще мире. Уже два патча подряд прошел. Нет, мы передаем слово Алсиору и Атерамейнсу для комментирования уже самой игры. Вам слово, ребят. Итак, СК Телеком Т1 против Ку Тайгерс. Это гранд-финал. На кону не только деньги, не только миллион долларов, но для СКТ возможность выиграть впервые 500 тысяч долларов. Второе чемпионство. За 500 тысяч долларов победителям. Для Ку Тайгерс это возможность развернуть 500 тысяч долларов обратно своих корейских фанатов. Ну, за то, что он играет. Чего эта команда офигеть. Офигеть, да, мы всего в натуре зарулили. Так, hi, great at work. How much of the lady are you painting? Что? Just a moment. My moderator, professional translator, and he translate me what you write. Макс, перейди, пожалуйста, что-то я не поняла, что он спрашивает, типа, сколько стоит нарисовать на модели, или совершенно на другом уровне. Или сколько модель заплатила, так я что-то не поняла. Или он спрашивает, сколько... Там Кенч, Ренектон. СКТ играет с левой стороны, Ку Тайгерс с правой. Если он спрашивает про то, что это, про сколько этот стоит, ответь ему, что это, я рисую, это бесплатно. Калиста и Тамкенч. Самое противное. Только для жителей Казахстана, блин, Алмата. Самое, наверное, популярное. Ну, в плане и отдельно эти чемпионы. Даже когда они не образуют эту связку. Мордекайзер на стороне СКТ, Ку Тайгерс заманит последним пиком Ганг-Клаша, вне всяких сомнений. И ферст пик достается команде СКТ, естественно. Ну а чего я буду за эти деньги? Ну давай.
girl, some body art. And if you very like my art, please donate me. I need paints. I need paints for draw. This wanna be good. This will be good. Ну все, кот пришел. День удался. Кот пришел. Там уже почти сам не видишь ничего, отвернись. Почему дети? Ты кто такая вообще? Иди отсюда. Я не кормленный холст. Все, я покормлю тебя, покормлю. Ну, да. Что, тебе не нравятся голубцы? Вова, ты не любишь голубцы? Нет. Может, я тебе с собой дам, там столько голубцов. Давай ты сегодня ничего покупать не будешь, тебе на ужин, я тебе голубцов дам. Бабушкина готовила. После этого свапа оказывался впереди. Прекрасно. Даже если сейчас мне обсуждать, по-моему, по факту Марин все равно будет. У нас просто идет. Но здесь немножко Марин все рискнул, запушив так, потому что... Я их вообще не люблю, если честно. Вообще не ем, не люблю голубцы. Но все-таки Good Tigers немножко иначе. У нас это ешь? И они возвращаются. Не хотят стрелять вторую вышку. И сейчас немножко опаснее будет стоять в команде СКП. KFC я люблю, я обожаю KFC. Уже финал идет, да, уже идет финал. Они там пикнули. Кого там пикнули? Я даже не вижу, такой маленький мониторчик. Не вижу кого. Зачем комментировать? У нас комментарии есть. Я просто тупо не вижу. Что там происходит? По фарму не отстает, матча в Early Game для Касадина не самый простой, но, кстати, ты знаешь, по-моему, здесь все в порядке у Марина. Он сейчас заберет лесной кемп, к тому же, может бэкнуться и все равно успеет. Ну, правда, это Рамбл. Агрессия на топе, идет телепорт сюда прямо сейчас. От Куры идет сюда телепорт и от Риван. Уходит СКТ. Очень сильно ловят здесь Бен и Вулф. Они пытаются убежать из всех сил. Экзост по Вулфу. У Вулфа уже не осталось флеша. Идет экзост. Фёрст Блад для команды Good Tigers. Они улучшают свою статистику в этом аспекте. И, конечно, Борт Вова! Как фильм тебя спрашивают? Да, я так и знал, просто потратил просто деньги. Да. Видели кого-то в миспозиции, нету Таура за спиной, сразу же моментально идет два телепорта, которые приносят команде... За третье место матча будут? Кстати, Боба, хороший вопрос. Чего? А за третье место матча будут? Или они уже распределились? Вот, правда, и Джинкс не получила с этого ничего, только у Ривана ассист, и у ассист, и у Алистара ассист. Ничего страшного, то, что Джинкс ничего не получила, потому что фармить на линии она по-прежнему может. Сам, наверное, никакие... Вопрос очень прикольный, мне нравится. Здесь просто золото. Интересный вопрос. С другими членами команды. И при этом, кстати, по победам можно определить. И, кстати, теряет часть своего ганг-потенциала. И Good Tigers опять идут все вместе на ботлейн. Здесь могут найти Бенги. Бенги видят, что два человека сюда идет. Пытается сбиться за гориллу. Смайт. По-моему, у Бенги большие проблемы. Флэша уже нет. Дальше идут, но и потерял Бенги очень много СВБ. Правда, и горилла тоже. Ну, здесь Марин не может продолжать. Все-таки смех уже на линии. Еще и Коджи сюда подходит на бутлейн. Куда Игорь пока что двигается все вместе. Это никогда не хорошо против СКТ, когда вы затягиваете совместные все передвижения, потому что Фейкер выходит сильно вперед с этого. Марин выходит сильно вперед с этого. Фрей достаточно сильно подставляется. Сейчас он открыт любой агрессии. У Фейкера появляется шестой уровень. Есть ФБ еще не было? На следующем паке крипов, я может быть даже нет, на следующем паке должны СКТ заходить на дайв. Решили без пака у Вулфа всего второй уровень. Какая дота? Это Лига Легенд. Сам же дота. И что вы родили креатив, я вам смотрю. Это чемпионат мира, можно. Фейкер забирает Джинксу. Сможет ли уйти рифт волком? Фейкер умирает. Фрей забирает этот килл. 2-1 в пользу Good Tigers. СКТ 2-1? Появление горилла. Фейкер разберется. Кто у него флеш, но не смог его правильно нажать. Очередная ошибка. Ну вот, все, пропустил. То есть, возможно, после чемпионата мира... Все, мы все умрем. Мы все умрем, все. Приятным чемпионом для Фейкера, потому что во второй раз мы видим, как он немножко ошибается. И о, блин, еще собака либо высунулся. Но уже не значение. Да, у Прея появляется с этого Аварис. Ну так-то да. Бонус на Early Game. Чё, собака? Ранний Аварис — это больше золота потом. Ты видишь? Все, это всегда супер важный фактор. Но если ты не будешь поворачивать голову, буду еще больше видеть. Телепорт у него есть.
него есть уже масочка, есть шестой уровень. Да я понимаю, я стал спокойно. Дека не познал по 0-3. Может попытаться вновь заприть, просто в прошлый раз у меня не получилось, и сначала телепорта он не смог максимально много преимуществ. Ничего не понял, в смысле не будешь целоваться? Ты чё? Пришла, значит, тут нам в квартиру, в наш дом, в наш логово, и целоваться не будет. Кстати, не получилось с другими. Так, не ворачивай голову. С этим не получилось, так с другими может получиться. Ну, собака, хитрец. Я же тебе говорю, если ты не с ее погладишь, все, ты можешь сказать, что ты будешь ее постоянно гладить. А тут уже, понимаешь, это... Не тебе решать уже, понимаешь? Не тебе решать. Особенно тот, который был сделан на ботлейн, который не дал ничего, и при этом много времени очень потеряла на роме ногами. Даже не слегка. Ну это, кстати, неплохая находка вообще для Foo Tigers в плане того, что как они могут не проиграть early game. То есть максимально много сил бросать на любую агрессию оппонента. Здесь просто самое главное то, что все-таки у СКТ не early game самый сильный этап в игре, а mid game, вот переход после early game, который можно пройти очень ровно, да, если оппонент включает... А вкусняшек ты не брал его? В принципе, крайне сложно. Ну, потому что преимущество в early game на таком уровне достигается в основном за счет всяких... А у меня не осталось. Ура! Все закончилось! И птеньки перепадут. Еще и закончила. Все, что ли? Да. Да, подожди, ты покажи хотя бы людям. Законченный вариант. Чтобы им было видно. Помочь Смебу на этой линии загонка. Репорт идет на бот от Вывел старт. Вывел финишт. Есть, и Фрей пытается просто принять этот улын от... Финиш! Уху! We do it! Окей, guys, right now championship of League of Legends. If you... Hello? This is porn? No, this is not porn. Окей. Нет, сядь обратно, подожди. This is body art on my channel. Every Saturday I will draw on models. Of Russian models. Please subscribe me on my channel in Twitter, Instagram, YouTube channel, and other more channels. And please, if you really love art, donate me for paints. Все, ладно. И голубцы, мы, кстати, домой дадим голубцы. Просто чемпионат мира, она это не смотрит, мы бы ее оставили. Но она еще так это, того самого, этого самого. В общем, ребята, всем... Ну и очень не повезло, потому что любой бы килл для Прея, он бы его... Скажите, классно. Вот так сиди, положи голову. Поверьте, я спринтскрин сделал. А, ладно, сейчас сами находимся. Ты быстрее делай. Да нет, не буду делать, а потом. So, goodbye, my friend, goodbye.